Это Фредди. Нет! Да ну как я могу по тени узнать, что это фиолетовый Фредди? Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Angry Panda. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Angry Panda, давай, поздоровайся, как Чебака. Ребята, напишите в комментариях, Чебака разве так здоровается или нет? Сегодня мы играем Гаррис Мод. Очень классную рубрику. Это будет новое на нашем канале. Угадай аниматроника по тени. Если Петю кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. На карте стоят аниматроники, которые мы должны угадать по тени. Если мы не угадаем, Серега нас убивает. Если мы угадаем, то значит мы красавчики. Берем тулган, и когда мы угадаем, включаем ему цвет. Ну это мангл, вот, смотри, голова ее манглихи. Проверяем, да? Угадали, Серега? Да. Угадали. Так, следующая, это у нас головашка. Стоп, а тут еще следующая. А, я проверял, видишь, тоже заметил, молодец. Ой, это не знаю. Ой, я так делаю голову ему длинную. Да прикольно. Ух ты, а кто это? Догадывайся. Да подожди. Я думаю, это плюш-трап. Да, Angry Panda? Да, это плюш-трап. Это плюш-трап. Так, отлично, знаешь? А так не хочется слиться. Смотрите, какой он страшный. Он хочет меня убить. Я уже знаю, что он специально нас запутывает. Смотри, какой он милый. Серега специально изменил им голову, чтобы они как-то казались необычно. И тяжело было угадывать. Так, это голова у нас. Это не голова у нас. Это голова. Это не голова. Да что это такое, Серега? Догадывайся. Фу, у тебя ноги воняют, отойди. Иди ноги помой. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И как видите, мы записываем какие-то очень прикольные рубрики, которые другие ютуберы не снимают. Это... Ну это голова или это аниматроник? Я не понимаю. Аниматроник. Это аниматроник Балун Бой. Да. Фукинщит! Ладно, ладно, слышь, я думал будет легко угадывать, но почему-то что-то пошло не так. Это легко, правильно? Это мангл. Это мангл. Есть. Это мангл. Есть. Магическая мангл. Ну блин, это магическая, я забыл, что в этом ролике мы должны угадывать даже... По части, кошмарные или какие-то еще, потому что сильно просто. Серега, ты сильно просто. Это Фредди. Нет! Да ну как я могу по тени узнать, что это фиолетовый Фредди? Ну блин, ну. Ну ты патимейкер, да, точно. Шейкер-шейкер. Ну блин, это прикольно, мне это нравится. Так, где? Вот он следующий. Очень крутая рубрика, я даже не ожидал, что так будет классно. Это... А кто? Ну это Фредди? Это Фредбер, да? Да. Ура! Фух, а наши ладохи новые вспотели. Это спринтрап, наверное, да? Спринтрап. Подожди, мне кажется, это не простой спринтрап, это какой-то... Это какой-то другой спринтрап. Ладно, просто... 90, ладно, давайте просто спринтрап. Фух. Да я, а что? Да что не так? Ну что, Сережка? Ну а какой он, выйдет, какое это? Спрингбони. Ёкалэмэнэ какала, ну что ты раньше не сказал? Это Чика. Отлично. А тут на кто? Так, ребята, ставьте ролик на паузу и помогайте нам угадывать. Что это за аниматроник? Ну это плюш-трап. Да? Да. Да как, почему ты убил? Ну это же плюш-трап! Это не плюш-трап. А кто это? У него название такое. Димас, давай я дальше буду угадывать. Давай вместе будем советоваться, не спешить, потому что я, кажется, спешу. Ну давай, теперь ты, Angry Panda, давай. Ну, смотря, если так смотреть, это похоже на спринтрапа. Спринтрапа. Давай. Все, вот это ты так анализировал, мы сейчас проиграем из-за тебя опять. Давай. Не, дай я еще раз смотрю, мне кажется, это с какой-то части. Ладно, ладно, если что, пока. Нет, не пока, фух.
Это Фокси. Обычный или необычный, как ты думаешь? Да. Серега, а чё у него голова маленькая? Он чё, и плечи широкие? Ладно, это Фокси. Да. Очко Нейшн. Это похоже либо на золотого Фредди, либо на золотой Спринг Бонни. Тихо-тихо-тихо, ребята, давайте проанализируем. Нет, ты не прав. Это, скорее всего, Чика. Это... А это Чика, это ты Чика. Чика, да? Я угадал? Той Чика, по идее, да. Той Чика? Да. Нет, так той Чика же не такая злая, она же добрая. Так у нее... Подожди. Это он взял еще голову, увеличил, сделал какую-то у нее головоногу. А, нет! Это той Фредди. Той Фредди? Да. Серега, давай, я угадаю Чику, а он говорит, что это той Фредди. И кто угадывает, ты того хотя бы не убей, хорошо? Хорошо. Ну блин, а ну почему мы не угадываем? Серега, ты специально сделал, что нам сложно угадывать. А вы тут одного аниматроника пропустили. Идем. Вот тут. А я его не вижу, но мы сейчас... О, понял. Так, ну это же очень легко. Это Фредди, той Фредди. Да, почему не Угу? Это Угу. Ой, Фредди. Ну блин, ну мы же правильно не угадали. Ой, настроение классное. Поехали дальше. Что ж еще делать? Ух ты, а это из четвертой части Фредди. А какой Фредди, я вот не понимаю. А я знаю, это Фредбер. А, кошмарный Фредди. Ну нет, ну почему? А, да. Да? Да. Фух, я думал, он черный, и я же вспомнил, что и такое бывает. А че он такой у тебя раздутый? Знаю. Серега, это что, он кушает у тебя пахнул, много или что? Пахнул пельменями. Кошмарная марионетка. Кошмарная марионетка, да? Точно? Фух. Ого, не когти. Вот это я... Супер. Ну, мне нравится вот этот Фредди, ты с него такого жирного сделал. Очень прикольно смотрел, тут голову увеличил. Да, тяжело угадывать. Так, может тут кто-то еще есть, не? Фредди, вот он, нет, вот Фредди. Так. Не, ну это точно Фредди, ты думаешь? Ну, голова Фредди. Ну смотри мне. Это Голден Фредди. А как мы можем цвет угадать по тени? В этом и прикол, да, Серега? Еще взял голову и им раздувал. И у него руки какие. Это он дистрофик, короче, голова здоровая, руки маленькие. Мне нравится. Это эндоскелет. Ну да, угадали, все правильно. Да. Так, здесь у нас есть еще кто-то? Ладно, невидимым сделал. А что? Это спят ночей пони, Сережечка? А как она называется? Не скажу, да. Энгри Панда, как называется «Спять ночи пони»? Это пони? Ну вот это вот костлявая. Ну? Ой, нет, конечно. А Серега, можно пропустить? Нет. Ладно, это... Я и забыл их имена. Ребята часто пишут в комментариях, как она зовут, да? И тогда нас не убьешь. Ой, боже, что за ужас, мы не угадали. Ладно. Мы в этот раз подали специально Сереге, чтобы он подумал, что он классно все сделал. Да. Поехали дальше. Тут еще один. Спринтрап. Это спринтрап. Отлично. Это кошмарный балунбой. Отлично. Это 8-бит на Скрабэйби. Блин, я вот это я не знаю. Я не помню, как это. Он черного цвета идет. Из четвертой части. Ну, как называется? Кошмарный. Получается, да? Кошмарный аниматроник. Какой он урод. Ну блин, ну Серега, ты же знаешь, что мы не знаем. Специально поставил таких редких очень аниматроников. Хорошо. Это?
Кто это? Ну это Фредди, обычный Фредди. Нет. Ну ладно. Блин, зале попридумали 1 000 000 Фредди. Вот как их угадывать? Вот здесь еще. Кошмарный. Дим, вот здесь. Балун Герл. Угадал. Герл сказал. А это Балун Бой. Это. А че тебе стоит? А, это Бонька. Отлично. Отлично. Вот это кошмарный Бонни. Нет. Да почему нет, если нет? Хэллоуин кинает Морбонни. Хорошо. А ну, Серега, отойди. Это фиолетовый человек. Да. А, так это же Марионеточ. Кошмарная. Нет, обычная. Да? Чё? Все. Обычно марионетка, да? Ну да. Это... Сейчас скажу, кто это. Five Nights at Candy's. И зовут... А ну, рука костлявая или не костлявая? И зовут ее... Синди. Ура, угадал. Ух. Вот это у нас... Сгоревшая Чика. Ребята, напишите в комментариях, как вам эта рубрика. Если она вам понравилась, не забудьте подписаться на канал и поставить лайкос. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще. Серега, как всегда, псих. Поломал Гаррис Мод.